Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением по поводу закупки Украиной турецких беспилотников «Байрактар», в котором предостерег Турцию и другие страны от подпитывания милитаристских настроений Украины. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, сообщает ТАСС. «Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения», — сказал министр. Тем временем представители военной промышленности Турции и Украины тесно сотрудничают друг с другом и заинтересованы в укреплении связей по линии военно-технического сотрудничества. В настоящее время Киев и Анкара осуществляют более 30 совместных проектов в области вооружений и авиации.